От голоса самарской певицы Ирины Сигал мурашки по коже. Талантливая вокалистка не первый год радует слух зрителей не только Самары. Ее голосом заслушиваются по всей России. Недавно Ирина впервые приняла участие в международном конкурсе старинного романса. Конкурс – это все равно это такое особое состояние, это особая такая атмосфера, которая там царит. Это, с одной стороны, творческий подъем, конечно, но, с другой стороны, это очень сложно даже себя и психологически настроить собрать. Это действительно соревнование. Показать свое мастерство в Таллин съехались ведущие артисты из России, Дании, Израиля, Белоруссии и Украины. Конкурс проходил в два этапа. Определить лучшего было непросто. Кому отдать призовое место, жюри решало до 4 утра. В такой жесткой конкуренции важно было не только справиться с нервным напряжением, надо, чтобы и голос звучал. Мы жили в зеленой зоне города Таллина, не совсем в центре, но у нас была возможность. Вот я ходила, например, в лесу, пела, настраивался каждый как мог. К подготовке программы самарские артисты подошли основательно. Аккомпанементу особая роль. Специально для международного конкурса пианистка Ирина Николаева делала свои аранжировки песням. Во время выступления играла без нот. Так интереснее, говорит Ирина. Когда мы вышли первый раз, я к роялю, Ирина Михайловна около рояля, и посмотрели на комиссию, доброжелатели очень многие улыбались. Знаете, это очень поддерживает музыкантов. Сейчас наши талантливые музыканты активно готовятся к выступлениям на самарской сцене. В планах и участие в конкурсах. Куда именно планируют поехать, не говорят, чтобы не сглазить. Суеверие присуще людям творчества. Самарские артисты и в этот раз надеются на победу. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин. ГИС-события.